По прогнозам синоптиков, в субботу, 12 января, на город обрушится сильный дождь. Однако температура воздуха при этом поднимется до плюс 4 градусов, а ночью опустится не ниже нуля. Но из-за сильного юго-восточного ветра, порывы которого будут достигать 13 метров в секунду, по ощущениям будет казаться, что на улице стабильный минус. А в воскресенье 13 января возможен снег с дождем. Столбики термометров опустятся до 0 градусов. Ветер сменит свое направление на западное, а вот его порывы останутся такими же сильными. Атмосферное давление в эти выходные будет держаться в пределах нормы. Большую часть времени небо будет затянуто густыми тучами, сквозь которые будет периодически выглядывать солнце. Всем хороших выходных и с наступающим Старым Новым Годом!